Применение лазера в стоматологии открывает новые возможности, позволяя врачу-стоматологу предложить пациенту широкий спектр минимально инвазивных процедур, отвечающих высоким клиническим стандартам оказания стоматологической помощи. Сегодня мы познакомимся с диодными лазерами немецкой компании Elixion. Данное оборудование эксклюзивно предоставляет на территории России компания Dentex. Данные лазеры имеют оптимальную длину волны для работы с мягкими тканями – 810 нанометров. В комплекте поставляются светодиодные оптические волокна толщиной 200, 300, 400 и 600 микрон для оптимальной работы со всеми манипуляциями в стоматологии и не только. Также в комплект входят два наконечника. Ergo Flex Plus – наконечник эргономического дизайна, обеспечивает точное воздействие направленность. Данный наконечник заменяет несколько наконечников и может быть использован со светодиодами разной толщины. И наконечник RGT используется для отбеливания терапевтических процедур. Все рабочие инструменты, включая световоды, наконечники, автоклавируемые. В комплекте с лазерами идет три пары очков для врача, ассистента и пациента. Также данное оборудование имеет педаль управления и поставляется в удобном для транспортировки чемодане. Компания Elixion предлагает два вида диодных лазеров. Первый – это Clara Spica – мобильный, компактный и при этом функциональный лазер. Данный аппарат идеально подходит для доктора, начинающего работать с лазерными технологиями стоматологии. Используя всего 5 кнопок на рабочей панели, врач получает доступ к широкому спектру областей применения. Это эндодонтия, пародонтология, хирургия, имплантология, терапевтические процедуры и отбеливание. Более 25 показаний к применению уже запрограммированы. Программы предустановлены. Простым нажатием кнопки активируется доступ к требуемым манипуляциям. Аппарат идеален для тех, кто ценит свое время и простоту использования. Области применения в эндодонтии – это деконтаминация каналов, покрытие пульпы. В пародонтологии – это удаление гранулемы, деконтаминация карманов. Хирургии – это деконтаминация имплантантов, переимплантиты, гингивектомия, керетаж, вскрытие абсцесса, гемостаз, френдоктомия. В терапии – это общая терапия, афтозные язвы, герпес, отбеливание и низковолновая лазерная терапия. Другой лазерный аппарат – это Clarus Nano. Он предоставляет широкие возможности выбора параметров экспозиции, частоты и мощности импульса, который позволяет быстро выполнить множество процедур, не опасаясь повреждения тканей и дискомфорта пациента. Данное оборудование подойдет опытным специалистам, так как позволяет индивидуально настроить нужные параметры. Выходная мощность 15 Вт обеспечивает эффективный результат во всех хирургических манипуляциях. Комбинация высокой мощности и минимально короткой длительности импульса дает возможность быстро и точно препарировать мягкие ткани. Большинство важных показаний уже запрограммированы в аппарате. Также возможно запрограммировать требуемые режимы работы, выбрав необходимые значения мощности и частоты. Области применения данного аппарата – это пародонтология, лоскутные операции, коагуляция, деконтаминация карманов, в терапии – общая терапия, афтозные язвы, герпес, подавление рвотного рефлекса. В хирургии – это гингивектомия, френдоктомия, удаление фибром, высокоэффективное отсекание. В имплантологии – это вскрытие имплантанта, деконтаминация, переимплантиты. В эндодонтии – это деконтаминация каналов, покрытие пульпы. Имеет оптимальное время отбеливания, процедура щадящая, с прекрасным результатом. Интегрированные функции терапии расширяют область использования и обеспечивают дополнительный источник дохода. Терапевтические процедуры проводятся с использованием специальной насадки. Итак, еще раз о преимуществах лазерного лечения. Используя лазер, можно четко организовать процесс лечения, прогнозировать результаты и сроки. Это обусловлено техническими характеристиками и принципами работы лазера. Первое и, пожалуй, самое главное для пациента – это то, что действие световой энергии настолько кратковременно, что воздействие на нервные окончания минимально. Во время лечения пациент испытывает меньше болевых ощущений, и в ряде случаев можно вообще отказаться от обезболивания. Бескровность операции сокращает ее длительность, а щадящее отношение к тканям сокращает срок лечения. Также у пациентов нет страха и паники, благодаря отсутствию необходимости в традиционном хирургическом инструменте – скальпеле, что особенно актуально при работе с детьми. Абсолютный стерильность надрезов за счет уникального воздействия лазера, который уничтожает бактериальные и опухолевые клетки. Отсутствие опасности инфицирования за счет бесконтактного метода проведения операции. Лазер представляет больше возможностей для лечения кариеса, проведения профилактических работ, лазерных программ в детской и взрослой стоматологии. Появляется огромная возможность хирургии, в имплантологии, протезировании,
в лечении слизистых, удаление мягкотканных образований и так далее. Используя в своей клинике лазер, вы повышаете лояльность пациентов, которые видят, что вы идете много со временем, используя в лечении самые передовые технологии. Помимо всего сказанного ранее, применение лазерной терапии целесообразно для устранения очагов воспалительной инфекции, при болевых синдромах нейрогенного и органического характера, для деконтаминации открытых и закрытых полостей, при нарушении кровообращения, для биостимуляции и иммуномодуляции, для активации репаративных и регенеративных процессов в биотканях, для восстановления систем регуляции гомеостаза. Лазерная технология – это перспективное направление для развития вашей клиники.